Всем привет, ребят! Сегодня буду снимать влог, как мы распаковываем костюм квадропики и разукрашиваем маску. Тут идет набор маска, который мы с вами будем раскрашивать. Вот такие белые ушки. Вот тут вот у них розовенькое внутри. Они мягкие, меховые. Тут еще идет вот такой большой хвостик на ремень. Сейчас мы его вот так вот выпрямим. Вот такой хвостик. На ремень вот такой вот. Еще тут были лапки. Конечно же, как же без лапок. Вот такие лапки. Ну, приступаем разукрашивать. Еще краски на уборе были. Я их уже из пакетика достала. Вот. Сначала мы сделали контур карандашом. Мы решили сделать кошечку фиолетовую с розовым. И на голове у нее будет месяц, как у Сейлор Мун. Ребят, что-то пошло не по плану, и мы решили сделать кошку не фиолетовую оставить, а коричненькой. Посмотреть, как стало лучше. Теперь моя маска похожа на моего котика Симбу. Всем пока, ребята!